Центре Олимпийского резерва по художественной гимнастике день особенных гостей. В кузницу чемпионов с визитом прибыл президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Вместе с министром спорта Омской области Константином Подбельским они осмотрели спортивный объект и прошли в зал, где уже находились сотни гостей. Большинство из них пришли не только пообщаться с Жуковым, но и увидеть олимпийскую чемпионку, воспитанную в этих же стенах, Веру Бирюкову. Перед гостями выступили ведущие спортсменки, а также победительницы первенства чемпионатов России в индивидуальных и групповых упражнениях. Грациозные амички захватили внимание зала. Глаз от подружек не отрывала и Вера Бирюкова. После программы состоялась беседа в формате «Вопрос-ответ». Любой желающий мог адресовать вопрос министру спорта, заместителю председателя правительства, олимпийской чемпионке, секретарю регионального отделения «Единой России» или президенту Олимпийского комитета. В том числе амичей интересовала развитие и поддержка разных видов спорта. Завершили беседу юные воспитанницы центра. Их интересовали планы чемпионки после получения главной медали в карьере. Бирюкова была лаконична: «Я спорт не оставлю». Итог встречи подвел высокопоставленный гость Александр Жуков. Безусловно, Омский регион – это спортивный регион, один из самых успешных, кстати сказать, в этом году на Олимпийских играх в Рио. 3 медали – золотая, серебряная и бронзовая. Это великолепный результат, учитывая то, что всего было 4 спортсмена от Омской области, которые выступали на Олимпиаде. Школа художественной гимнастики здесь, в Омске, одна из лучших в стране. Это всем известно, и, конечно, имена Ирины Чащиной, Евгении Канаевой, и вообще 5 олимпийских медалей за последние 3 Олимпиады – это блестящее достижение. Поэтому, что Вера Бирюкова стала чемпионкой в команде, здесь нет ничего удивительного. Я вот посмотрел сегодня, как выступали совсем маленькие девочки и девочки постарше, которые уже стали чемпионками России. Я уверен, что эта школа даст еще много олимпийских чемпионов.